Накануне в Астане состоялась торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Алтынбелгі». Впервые мероприятие проходило в стенах Центрального концертного зала «Казахстан». Лучших выпускников столичных школ поздравлял аким города Иманголит Асмагамбетов. Всего в Астане обучение успешно завершили свыше 3500 11-классников. 99 из них по итогам ЕНТ подтвердили свои знания на знак «Алтынбелгі». 64 выпускника получили аттестат с отличием. 125 стали победителями международных и республиканских турниров. Новая плеяда молодых людей получают самый главный, самый важный документ своей жизни – аттестат об образовании. И я искренне рад поздравить вас всех с этим знаменательным событием. Оно приобретает особое звучание в год 20-летия нашей независимости.